Hare Krishna. Я буду вот так вот, потому что сейчас слышно. Меня зовут Вриндавана Лила, я замужем, 15 лет, у меня двое детей, два сына, муж инициированный, преданный, ученик Нираджаны с вами. Ну, тему вы слышали. О чем мечтает большинство женщин в этом мире? Вот как вы думаете, о чем мечтает каждая женщина? Да. Быть счастливой, да, быть замужем, чтобы у нее была семья, чтобы у нее были дети, и какой-то свой дом, да, свое жилье. И о чем большая часть женских разговоров происходит? Тоже мы говорим, да, о замужестве, об отношениях с семьей, с детьми. И о чем, ну, чаще всего вот женщина плачет, как вы думаете? Тоже, да, то же самое, о любви, о каких-то технических отношениях или о том, что не сложилось у нее. И счастье женщины во многом зависит от того, насколько сложилась ее личная жизнь. Так или иначе, ну,